Добро пожаловать на серию самообучающих роликов по торговому терминалу MultiCharts.net Special Edition, эксклюзивное предложение AMP Global Clearing. Я вам сегодня покажу, как можно будет подключить демо этого торгового терминала. После регистрации на демо с нашего сайта вы сможете открыть ваш ящик почты, где вы видите логин и пароль. Вы их получите только в том случае, если вы зарегистрируетесь латинскими буквами. Это очень важно. Еще раз подчеркиваю, зарегистрируйтесь исключительно латиницей и скачайте платформу. Когда у вас терминал стоит, вы его сможете, нажав дважды левой кнопкой мыши, запустить на рабочем столе. И вы увидите примерно такой терминал с 5 вкладками. CQG, LMAX, это для Forex, Paper Trader, это демо, режим, который я сегодня покажу вам, как подключается Rhythmic и TTNet. Первый шаг – это открыть наш логин и пароль, наш файл. Вот у меня мои данные, у вас будут свои, так что, пожалуйста, эти не используйте. Не используйте, они будут уже истекшими к тому времени, как вы этот ролик просмотрите. Демо дается на 2 недели, и вы сможете продлить путем новой регистрации, используя новый email ящик. Так, первый шаг – это мы нажимаем левой кнопкой мыши «Файл». Из выпадающего меню мы здесь можем выбрать «Broker Profiles» и выбираем «Manage», то есть управлять профилями. Мы здесь можем наше подключение отредактировать. Демо-режим, он предлагается исключительно через CQG, поэтому, несмотря что это демо Paper Trader, мы здесь именно на этой странице, вот здесь мы ничего не меняем, мы здесь левой кнопкой мыши нажмем на CQG, потом нажмем на Edit, отредактировать. Здесь очень важно, чтобы это стояло на режиме демо. Если стоит Live, это только для реального счета, потом это уже за собой повлечет уже встроенное с реального подключения демо, то есть режим симуляции. Поскольку у нас бесплатная демо, не имея реального счета, мы обязательно должны выбрать именно демо-мод, как стоит здесь. Мы вставим логин и пароль, они вот уже введены, это, как вы видите, мои данные. Вот, потом нажимаем ОК. И можем нажать на X или на Close, это одно и то же, это чтобы закрыть вот этот. Вот мы теперь закрыли, теперь чтобы подключиться, мы откроем нашу вкладку Paper Trader, это наш демо-режим. Здесь уже стоит наш текущий контракт, это S&P 500 июньский. Ролик записан 9 мая. В День Победы, кстати, 16-го года, поэтому еще июньский контракт текущий. Если вы этот ролик посмотрите в будущем, допустим, в сентябре или в декабре, этот контракт уже будет истекшим, поэтому не выбирайте этот, котировки вы уже не увидите. А нажав правой кнопкой мыши на Paper Trader вкладку, мы выбираем первое, это Connect Paper Trader. И как только вот загорелось зеленым, мы уже понимаем, что мы подключились к биржевым котировкам. В таком случае мы видим, что стоит 7101, это демо-счет. Мы теперь можем открыть стакан, файл, new, DOM, window. Вот стакан. И вот, как вы видите, котировки. Вот наш сим-счет, это демо, симулятор. Если будет реальный счет, вы его увидите из выпадающего меню. И здесь мы видим, что мы подключены сейчас к Paper Trader. Вот уровни, 10 уровней в сторону buy, то есть покупки, 10 уровней глубины рынка в сторону продажи со стороны sell. Вот и все. Это был наш первый ролик из серии роликов по самообучению по торговому терминалу MultiCharts.net Special Edition. Всего хорошего. До свидания.